В Муравленко провели школу вожатых. Обучающий курс прошли 70 муравленковцев. Участники изучили теорию и освоили практику работы с детьми. Научились взаимодействовать с партнерами, работать с отрядами и проводить массовые мероприятия. Занятия были организованы в форме дискуссий, консультаций, игровых программ и мастер-классов. Уже этим летом ребята смогут попробовать себя в роли вожатых не только в пришкольных, но и в лагерях за пределами Ямала. В этом году у ребят будет сильно больше возможностей. Вообще, в целом, система работы летней в городе немного поменялась. У нас появились еще пришкольные лагеря на базе многопрофильного лицея. И в этом году есть запрос еще на подготовку этих кадров. Помимо этого, ребята могут поработать вожатыми в трудовых отрядах подростков. Помимо этого, они могут поработать в пришкольных лагерях на базе школ наших городских. А те ребята, которым не исполнилось еще 18 лет, они могут стать стажерами и попасть во время летней работы в трудовых отрядах в штаб нашей команды.